Приключения лего-человечков в космосе. Серия 4. Так, штурмовики, мы имеем дело с очень опасными межгалактическими преступниками. Вы должны охранять эту камеру любой ценой, понятно? Какими межгалактическими преступниками? Это же школьники всего лишь. А, болваны, вам нужно все повторять по нескольку раз. Мне Никто рассказал, что они там на Земле вытворяют. Вы должны... Вы еще охрану позовите дополнительную. Они откуда угодно сбегут. Это просто какие-то монстры, а не школьники. Ой, ну ладно, хорошо, еще кого-нибудь позовем. Ну и че мы тут стоим, как идиоты? Ну не знаю, капитан сказал, нужно стоять. Ты че, серьезно? Это ж просто школьники. Пойдем лучше чайка с печеньками выпьем. Ну ладно, пойдем. А в это время... Зашибись просто. Мы посреди космоса, где-то на звезде смерти в имперской тюрьме. Ну, давайте искать во всем плюсы. Все-таки нам завтра тогда не придется писать контрольную. Нашел чему радоваться. Нам надо думать о том, как отсюда выбраться побыстрее. А ты, Мишаня, зачем достал телефон? Маме, что ли, позвонить и сказать, чтоб она тебя забрала? Нет, вообще-то, в отличие от вас, я делом занимаюсь. Я пытаюсь загуглить, что если вы оказались на звезде смерти, и что при этом делать. Да, телефон в такой ситуации штука бесполезная. Эх! Ох, Мишаня, ты спас нас! Круто, надо выбираться отсюда. А в это время? Какой вкусный чаечек. Да, и волноваться было не о чем. Внимание! Заключенные из камеры номер 32 сбежали! Нам влетит.